Всем добрый день! Очень часто возникает вопрос, как убрать морщины под глазами в домашних условиях. Эффективным методом борьбы с признаками старения являются маски. Основное их преимущество заключается в безопасности, доступности и отсутствии побочных явлений. Домашние омолаживающие маски помогают смягчить кожу, обогатить ее питательными веществами, повысить тонус, сделать кожу эластичной, осветлить, уменьшить количество морщин. Предлагаю вашему вниманию топ-3 самых лучших эффективных рецепта омолаживающих масок для кожи вокруг глаз. Для приготовления потребуется 1 столовая ложка жидкого меда, 1 желток и 3 капли витамина Е. Смешиваю все компоненты до однородности. Все компоненты тщательно смешались. Вот какая маска получилась. Готовый состав наносить на увлажненную кожу вокруг глаз на 15 минут. Эту же смесь можно нанести и на все лицо, так как любую маску, которую мы используем для зоны вокруг глаз, можно использовать и для всего лица. Смывать теплой водой, затем при необходимости нанести крем для кожи вокруг глаз. Чтобы приготовить маску, смешиваю 1 столовую ложку оливкового масла, 2 капли витамина А, и 2 капли витамина Е. Смесь готова. Готовую смесь нанести на зону вокруг глаз или пропитать ею ватные диски. Можно разрезать их пополам в виде патчей и приложить их к векам на 20-25 минут. Затем снять, и можно не умываться. Просто удалить излишки с помощью салфетки. Для следующей маски необходимо смешать 1 яичный белок и 1 столовую ложку сметаны. Вначале я немного взобью белок. Теперь добавлю сюда сметану. И тщательно смешиваю. Смесь готова. Наносить массу на зону вокруг глаз на 20 минут. Смыть теплой водой. При необходимости нанести крем для кожи вокруг глаз. Применять любую из масок 2-3 раза в неделю. Отличные результаты дают и компрессы. Применение компрессов повышает упругость кожи, активизирует циркуляцию крови, укрепляет сосуды, усиливает выработку новых клеток и коллагеновых волокон. Компрессы можно делать на основе настоя трав, шалфея, зверобоя, ромашки, чая и зеленого, и черного. Можно протирать кожу льдом утром и вечером. Как приготовить лед, смотрите видео, ссылка в описании. Помните о том, что морщины рано или поздно появляются у всех. А вот замедлить процесс старения поможет только регулярный уход. А я желаю вам всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной. Пока.